Доброго всем денечка, с вами, как всегда, ваш самый любимый, самый прекрасный, самый необыкновенный сынулька, 40-летний красотулька на свете, в общем, не будем поясничать. Я здесь заказал такую вкусную вкусняшку. Дядька приехал на белом лендровере, говорит, где же сынулька, красотулька, я ору за ограду, я тут, он мне наперекидывает, короче, вот такие... пакеты, говорит, на, говорит, ешь, сынулька. Я говорю, ура! Потратил папкину и мамкину пенсию, но только им не говорите. И сейчас нету. Ладно, не буду заморачиваться. Я заказал, мама будет довольна, придет, вот такую бройлерную курицу, вот такая курочка, говорит. Я еще лежала на витрине, я, говорит, еще, я вся тебе хочу в эту кастрюльку. Ну, в общем, вот такая курица, она свыше 2 килограмм. Еще пока замороженная. Дальше вот такой лучок. У нас лук, кстати, у нас сегодня получается утро 19 августа 2023 года. Так получается 59,96. Кстати, довольно такой крупный, но у сынульки вкуснее. В наградках вырастил. Здесь по весу на 180, короче, по 60 рублей за килограмм. Здесь по весу 3 килограмма 0,04 грамма. Вот такой замечательный там лучок. Но я еще часть буду готовить. Я приготовлю что-нибудь вкусное. Я заказывал еще те продукты, с которых я еще буду готовить какую-нибудь вкусняшку. Кто я 1000 лет не готовил, у меня печка стоит. Трубу собираешь, пыхтит, мухи летают, комары летают. Дождик капает, попу кусают. Так, не будем загорел стихами. Дальше вот такой пакет от доброго. Я еще не, здесь не все вытащил. Так, чеснок. А чеснок — это республика Хакасия. Есть такая республика Хакасия. Получается у нас чайник опять закипел, опять поставили чайник. Говорю, не ставьте чайник, сам автоматически включается. 299, 300 рублей, короче, за килограмм. Здесь на 66 рублей. Как раз в готовке пригодится. В общем, 300 рублей. Вот эти сотые копейки, как они, интересно, будут пересчитывать, я не знаю. Простите, я закашлялся. О, мой нежный арбузяка. Смотрите, какой он. Смотрите, какой он вкусный. Смотрите, тыночка. Ну-ка. Опа. Смотри. Опа. Не, смотрите. Где такое, да? Смотрите. А знаете, есть такие эти, к которым металл прилипает, а ко мне прилипают арбузы. Вот ходят, короче, к телу ложки, вилки цепляют, а ко мне, видите, арбузы. Вот так идешь, заходишь. Че, пацаны? Смотрите, да, беременная сына. Как быстро он у меня вышел. В общем, здесь арбуз, вот такой, не буду, как всегда, поясничать. 60 рублей за килограмм. Он должен быть сладкий и вкусный. Я тебе говорю. Сладкий и вкусный, брат. Говорит, обещаю. 60 рублей за килограмм. Здесь он вытянул на 6 килограмм 655 грамм. В общем, вот такой арбузяка. И обошелся 399 рублей 23 копейки. Дядя. Кстати, открою небольшую тайну. Я буду его вырезать в отдельном ролике, сделаю с него оригами. Только не китайские, вот эти летающие птички, которые с бумажки и конверты, потом выкидывает. Я сделаю с него что-нибудь красивый, такой этот ножиком. Красоту, сына же. Сына, кто не знал, сына художник по призванию. Я не только блёхер. Блогер. Просто народе называется. Но я еще и художник. У художников жизнь такая, либо грустнячая, либо веселая. Они постоянно задумчивые. И лепят какую-нибудь ерунду. Дальше. Мама будет рада с папой. Куда все-таки ушла? Пенсия вот такая вкусная. Колбаса правильная, говорит, колбасы. 609.
69, короче. Колбаса правильная написана. Краковская, ПК ГОСТ, Сюнюк. Короче, вот эта штучка за килограмм у нас получается, ну, 610 рублей. А вот это полкило 482 грамма на 294 рубля, еще 2 копейки, целлофан на 2 копейки как раз вывесил. Может, все-таки спрятать от мамки с папкой подушку, потом глубокой ночью захомячить, хомячить, хомячить, чтобы шум за ушами треск стоял. Ну, правда, зубиков нету, там еще и зубы трещать будут оставшиеся, они, правда, шатаются, но ничего, сынка их хранит до пенсии, может, до старости дохраню. Вот такое молоко сгущенное, Рогачёва, цельное, сгущенное, Республика Беларусь. Ну, из Беларуси довольно нормальная сгущенка идет. В общем, простите меня, пищевая ценность на 100 грамм, жир 8,5 грамма, белок 8 грамм и углеводы тут дофига, короче, не похудеете, будете... Девчонки, женщины, красавицы, мужчины, мужики, защитники, будете трескать сгущенки, будете такими же, как сынка, полными и сексуальными. Так, не поглядел, я утащил срок, что производство. Сейчас я сразу погляжу. Здесь каждому по сырку, по вот такому. И творожный с ванилином. Вот такой творожный с ванилином. С ванилькой, говорит, тебя хочу, сына. Творожная сказка написана, не помню, сколько они стоят. Казахстан. Производство Казахстан. Должны быть из натурального сыра. Как раз три штуки. Посолонить эту обычную жизнь. Не посолонить, а подсластить. Папе, маме и сынули красотули, то бишь мне. Дальше. Такое масло. Семёнишна. А, в принципе, неплохой. 180 грамм, 72,5%. Но у нас просто, ну как неплохое. Просто, ну, нормальное оно такое идет. Оно, в принципе, тает. Мама такие, с такого же масла, по-моему, кексы делала. Масло хорошее. Отличненькое. Оно нашего местного производителя, который находится отсюда по регистрации в 60 километров где-то. А, что это? Что это? Что это? Это филе говяжье охлажденное. Вот такой кусок говядины. Говядина, говядина. Филе говяжье охлажденное. 1 килограмм. Ритейл. Здесь у нас, знаете, 621 рубль. 77 копеек за килограмм. Здесь ровно килограмм 100 грамм. Вытянуло на 674 рубля. Говядинка. Я с ней буду готовить. Вот с нее буду готовить. В принципе, я планирую пару блюд приготовить. О, Дымов, ешь меня. Вот такая колбаса варено-копченая. А, балыковая Дымов. Дымов, что это производство? Колбасяска. Изделие колбасное, варено-копченое, балыковое, ВУ, 330 грамм, упаковано под вакуум. Ага. Вакуум. Состав: свинина, вода, крахмал, картофельный, животный белок, свиной, говяжий, нитрит, подсолнечная смесь, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, не будем мы это читать, изготовлено. Да-да-да-да. Россия, Красноярский край, город Красноярск. Красноярск находится от меня ровно в 400 километрах, 400 километрах. Это фактически земляк наш. Колбасу под подушку. Под подушку и хомячить тяжелыми холодными вечерами августовскими. Дальше. В колбасе с любовью. Колбаса с венгерским рецептом. Чардаш, чардаш. Смотрите, написано. О. Колбаса с любовью. Колбаса с венгерским рецептом. В общем, не будем иронизировать. Ароматные специи, отборное мясо, венгерские традиции и прочее. Бла-бла-бла. Ну, должно быть вкусное. А что производство? Местонахождение, говорит, город Санкт-Петербург, улица Софийская, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Упаковано под вакуум. Посмотрим, кстати, на разрез. Смотрится она довольно красиво. И замечательно, замурчательно, я бы сказал. Эту оставим, оставим ту не под подушку.
Простите меня, простите, сыночка ходит голый, ну, это на улицу выходишь же. Я сегодня, кстати, кирпичи ложу, а тучи ходят, дождь ходит, тучи ходят, я либо ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ложу. И что? Я скинул и ходил в трусах. Ну, надо немного позагорать, а кто вот эти места сгорает, не буду сифонить. Дальше. Свинина. Орех свиной, без костей, охлажденный. Так, что-то видно. Получается, состав пищевая, то ля-ля-ля-ля, энергетическая ценность. Здесь у нас на 1 килограмм 380 грамм. Цена за килограмм в Хакасии 403 рубля 77 копеек. Обошелся этот кусочек 558 рубликов. Тоже приготовлю блюдо. Так, быстренько сейчас этот снимаем и в холодильничек. Часть уберу в холодильничек. Дальше пакеты с того свету. Да, с того свету. Любимые пакеты. Шучу. Масло. Золотая семечка. Без запаха. Кстати, никто никогда не думал, что производство. Оно, в принципе, среднее такое, вариант изготовитель. Руси, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону. Ох! Помидорки. Дамы, девушки, красавицы, женщины, бабушки, к вашим услугам дамские пальчики. Я знаю этот сорт, по идее, он вкусненький. Он пойдет тоже на готовку. Что-нибудь приготовлю. Получается 140 рублей дамских пальчиков за килограмм. Здесь на 136 рублей 0,7 копеек. Ценник здесь есть. Помидоры, дамские пальчики. Спасибо за покупку. Этикетка. Так, не будем раскидываться. Выкладываю, ложу туда. Кладу, точнее. Дальше. Рад. Острый грузинский кетчуп. Он мне пригодится. Я его буду бодяжить с томатной пастой. Что-то готовить. Прямиком из Грузии. Я не увижу, зрение у меня хоть более-менее, но я тут не увижу на красном фоне, вот это все не разгляжу. Его буду добавлять маленько. Дальше, что у нас идет? Махеев сливочно-чесночный, ароматный, вкусный. Не знаю, это не реклама производителя, но в принципе у Махеева не такие плохие марки. Что это, сыночка, заказал? Смесь для выпечки. Смотрите, обычно такую смесь, первый раз за все время канал «Подвал Ильича» заказал вот такую смесь. Смесь для выпечки, кек шоколадный. Кто не знает, здесь продаются, бывают готовые смеси. Здесь добавляешь 2 яйца, 100 грамм размягченного сливочного масла. Вот это, ну, такое, что молока. В общем, здесь состав можно поглядеть. Многие, наверное, домохозяйки еще не знают, либо не сталкивались, либо проходили мимо. Хоть у нас и все есть, кишит полностью все. А многие не покупают. Хотя сына повар экстра-класса еще тот. Состав: мука, пшеничная, сахар, какао, порошок, разрыхлитель, гипбикарбонат натрия, дигропропилрат, фосфат натрия, соль, ароматизатор, ванилин, натуральный. Так, что производитель? Кто производит такую готовую вещь для домохозяек? Происходит Республика Беларусь. Включая сюда. Дальше. Вкусные, сладкие, ароматные, как нежный персик, птичье молоко. Кстати, мягкие конфеты, они довольно аппетитные. Такие вкуснящие, написано, настоящее птичье молоко. Кстати, птичье молоко делается не из молока птичек, так как птички не могут доиться, их нельзя подоить. Они производятся из сухого коровьего молока. Либо порошковых заменителей, пальмовых масел и прочей консистенции. Дальше у нас такой же кекс шоколадный. Смесь для выпечки Республика Беларусь. Дальше. Кёко. Кёко. Что такое кёко? Кёко. Это, короче, чай. Чай, голен-те. В общем, есть такой чай, 25 пакетиков. Универсальные пищевые технологии Российской Федерации, Московская область, город Серпухов. Поставщик с Республики Беларусь. Доставляется
чай из города Минска. Ну, название сами приплели. Это я с китайского перевожу. Не, я любя. Я же, вы знаете, я же полиглот. Кто не знает, кто такие полиглоты, мне известно более 150 языков. Действительно, мне известно более 150 языков. Свободно я разговариваю на 200 языках, но известно более 150. Да, открою маленькую тайну, небольшой секретик. Дальше, птичье молоко. Настоящее. Настоящее, кстати, да, написано, как я уже сказал, птичье молоко у нас настоящее. Если написано на этикетке «настоящее», значит, настоящее. Переходим к сладкому, очень сладкому и замерзшему. Смотрите. Смотрите, что будут кушать цинка, мамуля-красотуля и папуля у мануля. Пломбир на сливках, мороженое, ванильное. Обалдеть, брикетики. Обалдеть, спасибо. Вау, какая вкусная. Сразу сейчас быстро это снимаю, уберу сковородку. В общем, белый мишка. Производитель, не вижу, производитель. Но такой мы не брали. Производитель славится. А, получается, город Красноярск. Красноярск. Вау, завидуйте, завидуйте. Сынка будет хомять сладкую-сладкую вкусняшку. Сынка, то бишь я. У меня рот вообще весь ролик закрывался или нет? Ну, на минуту закрылся. Ну, на несколько секунд. Ладно. Дальше, что это такое? Что это замерзшее? Смотрите, вот такие сырки, они замороженные, сырок глазированный с клубничкой идет. Дальше, клубника, каждому по 3 штуки. Уберу морозилку, посмотрим производителя заодно. Сырок творожный, охлажденный, сваренная сгущенка. Сгущенка, говорит, вот такие сырочки. Вот они замерзшие в руках, и мне пальчиком холодно. Холодно пальчиком, производителя я не увижу. Дальше, с апельсинчиком. Еще вот такой с апельсинчиком, тоже 3 штуки, вот такие брикетики. Их, короче, распаковываешь и кушаешь, как мороженку хомячишь, жрешь, поедаешь. Красота, в общем, красота, красота неописуемая. Дальше по списку идет крайний, последний пакет. Сыночка больше с этой, с энтузиазмом потратил мамину и папин пенсию. Дальше. Тоже для готовки у нас идет вот такие макфа, птичьи гнезда. Кто не знает, с мамой мы раньше готовили, давно готовили, много гнезд, разные гнезда. То есть на них что-нибудь выкладываешь, вкусное свариваешь. Они как бы свернутые в такие в гнездышки. Это я тоже постараюсь второе блюдо приготовить. Посмотрим, в общем. Также вот такие рожки. У нас их называют рожки пшеничные. А где-то у меня знакомый приезжал из города Киров. Ударение на рожки. Последнее на и ударение. Я ему рожки. Он рожки. Я ему рожки. Он рожки. Больше я его не видел. Так, ладно. Вот такие макфа. Бишбармак. Это вот такие как бы... как полосочки идут, исключительно из твердых сортов пшеницы и макароны. Тоже постараюсь что-нибудь приготовить. Макфа, перья. Мне очень нравятся, по идее, на сковороде вот такие перья. Они раньше были очень вкусные. Тоже из твердых сортов пшеницы, вес 400 грамм. Ну, конечно же, производителем, а вот поставщик в республику. Короче, это из Беларуси. А поставляется товар из Беларуси, из города Минска, в город Челябинск. Производится в Челябинске. Дальше. Да, макфа. Основана исключительно вот такие еще. Вкусная, в принципе, никакая не реклама этих производителей. Они мне, производители, никогда ни одной копеечки за свои вкусняшки не давали. Свинина премиум, сокровище традиции. Смотрите, вот такая свининка, тушеная.
премиум. Так, 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 годин, до. Не вижу. 26-го года. Это, в принципе, баночки ровные, не вздутие. Ну, то есть, все это. Вот так вот тушенку проверяю. Хорошая прям. Вообще ничего. Вот это чуть-чуть булькает, это не булькает. Нормально. Вот эту первую под подушкой захомачим. Так. Производитель мясные консервы, продукт готовку потребления вскрыть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Адрес. Город Калининград. Сохраним традиции. Свининка, свининка. Дальше. Свининка тушеная, еще баночки, смотрите, как сыночка, как барыга на барыжу себе, короче, кушать, 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 никого не слушать. И вот еще баночки, свинина с традициями. Надеюсь, я был вам полезен, полезен в том плане, что показал много-много вкусной вкусняшки, пакет, конечно же, улетает. Все, как всегда, сыночка снимал одним кадром, потому что мне лень иногда монтировать, мне так лень, мне эти потом печку выкладывать, опять мухи, комары попу кусают, в общем, все такое. С вами был Ильич, ставим лайки, не забываем, всем мира, добра, удачи, все, как всегда, одним кадром. Любите друг друга, любите своих детей, любите своих жен, матерей, родных и близких. Кто-то пришел и стоит на пороге. С вами был Ильич, всем пока-пока, мы еще увидимся.